Всем привет! Сегодня я покажу, как мой муж готовит просто нереально вкусные бутерброды со шпротами. Он называет их холостяцкие бутерброды. Для бутербродов нам понадобится самый обычный черный хлеб, который продается во всех магазинах. Хлеб нужно нарезать на не очень большие кусочки, примерно как у нас на видео. Затем открываем банку со шпротами. Шпроты, конечно же, лучше выбрать хорошие, те, которые сделаны в Мурманске и не из замороженной рыбы. Перекладываем шпроты в небольшую тарелочку и разминаем их вилкой. Чем лучше вы разомнете шпроты, тем будет вкуснее. Затем добавляем к шпротам майонез. У нас был домашний, потому что магазинный нам не нравится. Здесь еще можно добавить соль или перец по вкусу, но мы не добавляли. И все хорошенько перемешиваем. Это будет начинка для наших холостяцких бутербродов. Теперь снова вернемся к хлебу. Нам нужно разогреть сковороду с растительным маслом на сильном огне и обжарить кусочки хлеба с двух сторон до золотистой корочки. Затем выкладываем хлеб на тарелку и, пока что он еще горячий, натираем его чесноком. Только аккуратно, пожалуйста, не обожгитесь. Натирать можно с одной стороны или с обеих, как вам больше нравится. Регулируйте количество чеснока по своему вкусу. Теперь на наш чесночный хлеб мы выкладываем рыбную начинку. Мне кажется, что чем больше будет начинки на кусочки хлеба, тем будет вкуснее. Кстати, сверху можно добавить какую-нибудь свежую зелень, например, петрушку, или положить кусочек маринованного или соленого огурца. Вот такие холостяцкие бутерброды у нас получились. Они очень вкусные. Приятного вам аппетита!